Всем привет! Сегодня покажу три способа, как можно узнать свой номер телефона. Зачем это нужно? Ну, ситуаций может быть на самом деле очень много. К примеру, вы купили новую сим-карту и номер телефона не заполнили. А у вас кто-то спрашивает ваш номер. Или подобная ситуация у знакомого или у друга. Вам нужен его номер, а он его не помнит. Или вы установили новый номер и выкинули всю бумажную информацию о нем. Ну и вообще, это довольно частое явление, когда нужно посмотреть свой номер. Думаю, для интереса будет видео для кого-то полезным и, возможно, кому-то понадобится. Значит, первый способ. Заходим в настройки, ищем у себя раздел сим-карты и мобильные сети. И здесь есть ваши сим-карты, нажимаете на них. И здесь указано имя сим-карты, это название оператора и ваш номер сим-карты. Дальше, второй способ. Заходим в настройки, о телефоне. Все параметры, общая информация. И здесь вот будет показываться ваш номер телефона. И бывает еще такое, когда первый и второй способ не показывают ваш номер по каким-то причинам. Это уже все зависит от вашего мобильного устройства и прошивки на вашем телефоне. Тогда есть еще третий вариант. Это ввести специальный код на телефоне, чтобы показался ваш номер. Нужно зайти в меню, где вы обычно набираете номер телефона и вводите специальную комбинацию и нажимаете кнопку вызова. У каждого оператора эта комбинация будет разная. Поэтому в конце видео предоставлю список кодов, которые можно будет вводить. Можно будет поставить на паузу и переписать. Надеюсь, для кого-то информация была полезная. Не забывайте ваш номер телефона. Ну а если забыли, то сможете всегда каким-то из способов посмотреть его. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!